Это Александр, счастливый обладатель чудо-печки. Он очень доволен, ему очень нравится ее работа. И, значит, печка вставлена в дымоход. В дымоход. И работает, работает в данный момент. В данный момент. И вы можете в этом удостовериться. Шипит. А тут горит. А тут не горит. Все просто. Горит, не горит. Горит, не горит. Вот такая чудо-печка. С карбюратором. Ну, в форме дроссельной заслонки. Примитивного типа. И конструктивной особенностью, отличающей их от всех других именно эту печь, это радиатор в форме такой звезды, который очень хорошо отдает, кстати, тепло, очень хорошо. Эта печка, занесенная с улицы перед инсталляцией на ее постоянное место прописки, и она горела на улице и горит сейчас, и уже как бы топливо кончилось, но она все равно горит, потому что она работает за счет испарения топлива, которое горит непосредственно вот в этом дожигателе. Перфорированная труба с отверстиями со всех сторон дожигателя. Ну и скажу, как все говорят, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.